дорогие друзья, дорогие гости моего канала, подписчики. Для тех, кто не знает, я еще раз представлюсь. Зовут меня Егор Дергачев. Вы находитесь в моем видеоблоге. И мы с вами продолжаем говорить про чемпионат России по футболу. Весьма и весьма интересный поединок нас ждет в Краснодаре, где буксующий Краснодар, Краснодар, который не может ничего противопоставить своим соперникам, будет принимать СКА Хабаровск. СКА Хабаровск, который дома играет просто великолепно, давайте будем откровенны. И если бы этот матч проходил в Хабаровске, я бы рискнул бы и взял бы чистую победу хабаровчан. Но СКА едет на выезд в Краснодар, на относительно новый стадион, где команда... Вот снова в очередном прогнозе мне хочется назвать Краснодар командой Олега Кононова, но я себя ловлю на мысли, что уже давно Краснодар возглавляет Игорь Шалинов. Так вот, играть в Краснодаре не просто, безусловно, Краснодару нужно набирать очки, все-таки затяжной спад у краснодарской команды, и он когда-то должен закончиться. Возможно, он закончится в этом поединке, но СКА без боя не сдастся, это 100%, поскольку на данный момент команда борется за выживание. А как такие команды вгрызаются просто в землю, чтобы выстоять в таких поединках, мы все прекрасно знаем. Увидев коэффициент на ставку «СКА не проиграет», у меня глаза вылезли из орбит. Букмекеры оценивают такой шанс с коэффициентом 4.04. Вы представьте, больше 4 коэффициент на то, что «СКА не проиграет», «СКА», который, в принципе, нашел свою игру, и «Краснодар», который не может уже 5 матчей, если мне память не изменяет, победить. Мне кажется, что такую ставку нужно заигрывать. Да, это безумные риски, и не стоит грузить туда квартиру, машину и бочку с печенью. Но определенная сумма от своего банкрола рискнуть и поставить на то, что СКА не проиграет, мне кажется, вполне себе можно. И если вы со мной согласны, то поставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Обязательно добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте и вступайте в мою группу ВКонтакте по ссылочкам, которые вы найдете в описании этого ролика. А чуть ниже, в комментариях, я жду ваши мысли и ваши варианты ставок на матч Краснодар с СКА Хабаровск. Hi-ho, the dairy-o, the farmer in the dell. The farmer takes the